Основополагающий документ региона в этом году – юбиляр. 19 мая ему 15. За полтора десятка лет много воды утекло. Изменился стиль управления, появились новые акценты в общественной, политической, экономической повестке. Устав должен отвечать вызовам времени. К его дню рождения документ планируют изменить и дополнить. Губернатором было принято решение сформировать рабочую группу, в которую он пригласил видных юристов наших, общественников, федеральных экспертов. У нас есть представители и от федерального экспертного сообщества. Мы хотим внести на рассмотрение нашей с вами рабочей группы три вопроса. Первый из них касается предложения о внесении изменений в статье регионального устава, которая определяет функции и полномочия губернатора и представителя регионального правительства. Я уже рассказал свои убеждения. Ссылался на мнение нашего президента. Сегодня необходимо идти по пути повышения роли, одновременно степени ответственности губернатора за происходящее в регионе. Еще одно предложение о закреплении в уставе положения об органах общественного контроля, в том числе практики отчетов членов правительства об итогах своей работы перед региональной общественной палатой. В первую очередь, я думаю, что необходимо прописать участие гражданского общества в обсуждении основополагающих проектов законов и нормативных правовых актов, которые у нас принимаются на уровне региона. На сегодня у нас уже этот институт фактически сложился, он есть. Но если он будет прописан в уставе, я думаю, что ничего плохого от этого не будет. У нас достаточно скупо в уставе прописаны полномочия уполномоченного по правам человека, повторяю, скупо, но прописаны. А у нас еще есть уполномоченный по правам ребенка и уполномоченный по защите прав предпринимателей. Это самые настоящие институты гражданского общества, они, безусловно, должны быть закреплены. Короче, дистанция – эффективнее работа. Участие общества в управлении регионом – то, к чему область и стремится. Диалог между властью и населением прерываться не должен. Также рабочая группа рассмотрит предложение расширить полномочия Заксобрания, предоставить возможность вносить кандидатуры министров на утверждение губернатором. До 27 января участники заседания наберут фактуру. Учтут опыт соседей и федеральные тенденции. Вкупе с предложениями это составит проект нового устава. Работа начнется в феврале и продлится до юбилейного мая. Отмечается, часть положений, которая не войдет в основной документ, также станет конвой для регионального законодательства. Вера Мещерякова, Алексей Слипченко, репортер 73.